Сегодня мы будем делать разминку на все тело. Так, начинаем с плечей. Большие вращения плечами. Стараемся, чтобы плечи заходили как можно выше. Держим живот вовнутрь. И обратно. Только правое плечо назад. Левое. Толкаем вверх. По очереди. Правое, левое. Не теряем живот. И в обратную сторону. По очереди. Открываем грудную клетку. Сводим лопатки. Закрываем. Растягиваем лопатки друг от друга. Вперед. Назад. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Добавили плечи, раскрыли грудную клетку, закрыли, открыли, закрыли. Прокручиваем плечи. Вверх и вниз, вверх и вниз. И потянулись двумя ручками вверх, ножки вместе. Плечи внизу, но при этом кончики рук тянутся в потолок. Округляем спинку и уходим позвонок за позвонком вниз. Живот втянуть, расслабить шею. Вверх, позвонок за позвонком, глубокий вдох, выдох, медленно вверх, руки максимальной амплитудой к ушам и вниз, медленно, плавно, разделяем позвонки, вдох, выдох. И поднимаемся вверх. Вытягиваемся ладонями к небу вверх. Вытягиваем правую сторону. Представьте, что вы срываете яблоко. И левую. Пам. Пам. Тянемся. Как струночка вы натянуты. И двумя ручками потянулись, потянулись, потянулись. Поставили ножки на двойную ширину плеч. Стопы смотрят в сторону. Чувствуем полностью стопу. И мизинчик, и большой пальчик. Уходим вниз. Поднимаемся. Обратите внимание, когда мы опускаемся, у нас коленка должна быть над пяточкой. И поднимаемся. Стараемся опустить бедро параллельно полу и вверх. Раскрываем колени как можно шире. Держим живот. Плечи ниже. Руки тянутся в сторону. Продолжаем работать и следить за дыханием. Вдох вниз. Вверх, выдох. Вдох. Выдох. Остались внизу. Поднимаем правую пяточку. Левую, правую, левую. Работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остались внизу. Глубокий вдох, выдох. Расслабились, свели стопы, поставили вперед, поставили ручки на пол. Толкаем таз вправо-влево. Шея расслаблена. Сгибаем правое коленко
И поднимаем вверх левую руку. Взгляд на руку верхнюю. Вернулись. Вторую ножку согнуть. Пустить ручку вверх, посмотреть на нее. Вернулись. Выпрямляем спину. Поднимаем руки. Руки с двух сторон от ушей. Попка тянется назад, ручки вперед, спинка идеально ровная. Сведены лопатки, живот подобран. И руки начинают движение по кругу назад. Свели в замок, вытянулись. Замок раскрываем. И круг. Закрыть замок, вытянуть локти. Открываем. Закрываем. Проверьте, что коленки ровные, спинка прямая. Расслабили спину. Поднялись позвонок за позвонком. Ручки в стороны. Разводим пяточки вовнутрь, стопы врозь. Опустились вниз. Подняли ручки. Тянемся руками к потолку, давим полностью стопой в пол, мизинчики хватают ваш коврик. Сидим. Раз, два, три, четыре. Ставим опору на бедра. Левый локоть у нас сгибается. И опускаемся вниз. Скручивание. Центр. Еще раз. Эта же сторона. Проверьте, чтобы одна рука была прямая. Тянемся плечом вниз. Возвращаемся. Важно не делать движения в коленках, в бедрах. Ноги статичны. Вниз. Вверх. Вдох. Взгляд провожает руки. Еще раз вдох. Выдох. Вдох. Возвращаем руки на бедра. Сгибаем локоть и опускаем плечо вниз. Возвращаемся. Скручивание в позвоночнике. Пам. Следим за коленками. Вниз. Вверх. Еще раз. Вниз. Вверх. И опустились на локти. Немножко таз вправо-влево. 4, 3, 2, 1. Руки в пол, выпрямить колени. Сводим руки за спиной, замок. Переводим вперед, расслабьте шею. И руки стараются перейти как можно больше вперед. Останьтесь в этом положении еще на пару секунд. Аккуратный позвонок за позвонком, поднимаемся вверх. Сводим ножки, расслабьтесь. Становимся на кончик вашего коврика. Делаем глубокий вдох и отводим попку назад. Руки остаются вдоль ушей. Сидим. Тянемся ручками как можно выше, попкой как можно больше назад. Давим в пяточки. Коленки не выходят за линию носка. Сидим еще. Живот в себя. Четыре, три,
два, поставили руки на пол и идем 4 шага вперед руками. Стоим в планочке. Тянемся пяточками назад, макушкой вперед. Зажать животик, попку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поставили коленки на пол. Уход вниз. 1, 2, 3. Лечь. Прогиб. Локти выпрямляются ровно настолько, насколько вам приятно. Опустились вниз. Локти направлены в сторону ребер. Согните коленки и наверх. 1, медленно, 2, 3, 4. Поставили пальцы ног, оторвали коленки, вернулись в планку. Стоим. 8, 7, 6, 5. Разводим лопатки. 4, 3, 2, 1. Коленки в пол. На 4 счета уход вниз. Медленно. 1, 2, 3, 4. Легли и прогибаемся. Локти смотрят в сторону таза. Выпрямились. 8, 7, 6. Плечи больше назад. 5, 4. Животик втянуть. 3, 2, 1. Поставили пальцы ног. Толкнулись назад. Аккуратно сгибаем локти. Представьте, что вы пролазите под забором. Как можно ниже. И прогнуться. И назад. Согнуть локти. Назад толкнулись. Еще. Вперед. Вперед и назад. Последний раз вперед. Вверх остались. Легли. Свели ножки вместе. Ручки положили на поясницу. И положили голову на щечку. Расслабьте локтики. На вдох мы поднимаемся, выпрямляем ручки, на выдох меняем положение головы. Вдох, вверх, вытянулись, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Остались. Раскрыть замок. Ручки делают полукруг. 1, 2, 3, 4. Положили ручки вперед. Приподнялись. Остались в положении. Если неприятно, можно опуститься на локти. Остаемся внизу, плечи вниз. 4, 3, 2. Расслабились. Поставь ладони под плечи. Поднимаемся. Пам. И переход в пирамиду. Пятки стремятся в пол. Коленки прямые. Грудь стремится к бедрам. 4, 3, 2, 1. Ножки сводим к центру. И правая нога
переходит вперед между ладошек. Вам. Выжать заднюю ножку и оторвать ручки вперед. Руки вдоль ушей. 4, 3, 2, 1. Одноименная рука с передней ногой опускается вниз. Взгляд на верхнюю ручку. 1, 2, 3, 4. Выпрямить переднюю ножку. 1. Кто сколько может? 2, 3, 4. Согнуть переднее колено. Ручка заходит под коленко. Стремится обхватить бедро сзади. И сзади зажимаем замочек ручки. Остаемся здесь, стараемся опустить как можно ниже таз. Если руки не сводятся в замок, это нормально. Остались. Восемь, семь, шесть, пять, 4, 3, 2, 1. Вернули ручки. Вернули ножку. Пирамида. Втянули животики. Пяточки стремятся в пол. Грудью тянемся к бедрам. Ровное дыхание. И вторая ножка заходит вперед. Там. Выжали ножку. Заднюю колено ровное. Поднимаются руки вдоль ушей. 1, 2. Стоим. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опускаем руку к передней ноге и тянемся второй рукой к небу. Таз опустить как можно ниже, взгляд на руку. Выпрямляем переднее колено. Еще немножко остаемся здесь. И возвращаемся. Заходит рука назад, тянется к бедру, вторая делает захват. Найдите удобное положение для вас и останьтесь в этом положении. Раскрываем замок, ставим руки на пол, возвращаем ногу назад. Переход в пирамиду, грудью тянемся к бедрам, пятками в пол и шагаем вперед ножками к рукам. Присаживаемся. Выпрямляем спинку, ставим ладони на колени, тянемся макушечкой в потолок, округляем спинку, руки нас держат, вытягиваем вверх спины назад. И тянемся к потолку. Округление спины. Потянулись. Выдох. Полная грудная клетка. Вдох. Выдох. Вдох. Ручки перед собой, округлили спинку, вдох, вытянулись, округлили спинку, вытянулись, стопы смотрят вперед, коленки направлены в потолок. И хорошо, медленно, плавно опускаемся до конца. Положите руки вдоль тела, пятки поставьте под коленки. Подкрутили таз, немножко зажали, так, чтобы
поясница прижалась к полу. И расслабили. Подкрутили таз. И расслабили. Подкрутили. И расслабили. Подкрутили. И продолжаем дальше подкручивать, подкручивать, подкручивать. Подняться. И вниз. Позвонок за позвонком. Сверху вниз. Попка приходит последней. И здесь движение от попки. Попку подкрутить. Вверх. Давим в стопы. Руки давят в пол. И вниз. Замечательно. Пошли. Вверх. Зажать. Вниз. Дыхание. Вверх. Вдох. Выдох. Вниз. Вдох. И остались наверху. Правая косточка опускается вниз. И возвращаем. Вторая левая. Пам. Вверх. Руки активно давят в пол. Мы работаем тазом. Продолжаем еще немножко. Каждая может работать в своем темпе. Не спеша, чтобы прочувствовать движение. Важно не терять высоту. Остались наверху, свели руки в замок и тянемся ладонями между пяточек. Таз толкаем еще выше и выше. Остались 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Медленно опустились. Коленки к груди. Натянули носочки. Покачались. И перешли в позицию сидя, ножки прямые, ручки вытянули вверх к потолку. Ровная спинка. Опускаемся вниз, параллельно полу, и вытягиваемся вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, поставьте сзади ручки. Согните коленки. Толкнули таз вверх. Опустились. Вверх. Опустились. Толкаем грудную клетку вверх. Таз вверх. Опустились. Лопатки свести. Попку зажимать. Остались наверху. 4, 3. Голову не забрасывать назад. 1. Опустились. Выпрямили ножки. Ручки через верх вдох. Опускаемся вниз. Через уши делают руки круг. Толкаем таз вверх. Опустились. Вдох. Вниз. Назад. В потолок таз. Опустились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Опустились. Ешива Мизрахит. Поза восточной красавицы. Сидим, спинка ровная. И спинка. Расслабляем спину. Кругу, максимальный круг рисуем. Ножи заканчиваем.
и обратно. Втягиваем в себя, помогаем телу руками. Возвращаемся к центру. Вытянитесь макушкой в потолок. Втяните животик, опустите плечи. Голова вниз. Назад. Вниз. Назад. Вправо. Влево. Тянемся ушком к плечику. Уши при этом расслаблены. Плечи расслаблены. Поворот головы. Центр. Мини-волна только шеи. Под 45 градусов вытягивается шея. Вторая сторона. Потянулись ручками вверх. Легкая улыбка. Свели ладони. Большое спасибо.